Некаторыя з гэтых дзяцей яшчэ паўгода таму жылі ў так званых гарачых кропках. Іх бацькі прыехалі ў Беларусь у пошуках мірнага жыцця і знайшлі яго. Тут ім аказваюць усю магчымую падтрымку, дапамагаюць асвоіць рускую мову, знайсці працу і абзавясціся жыллём. Асаблівую ўвагу надаюць іх дзецям. Штогод прадстаўнікі Чырвонага крыжа і Гомельскага гарадскога цэнтра сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей арганізуюць навагоднія ранішнікі. Сёлета на першы з іх запрашэнне атрымалі 23 дзіцяці. Три семьи у нас сирийские, многодетные семьи. Они здесь получили квартиры и находятся третий год. Одна семья из Таджикистана, тоже многодетная семья, находится в городском центре семьи и детей. Остальные – это ходатайствующие беженцы из Луганской и Донецких областей. Со статусом беженец у Гомельской области сегодня проживает больше як 70 человек. З их амаль палува – это дети. У основным – громадяне Сирии, Афганистана и Грузии. До того же, расширение присвоения статусу зараз чакают еще каля 170 человек. До речи, для многих из их Новый год 31 снежня, елка и Дед Мороз у червоной футры – соправдная экзотика. Ну, у нас Новый год отмечает 21 марта, да. У нас тоже есть, как Дед Мороз, Баба Наврузи называется. У нас елки это, конечно, не оставляет. Днем в основном люди гуляют. Большое спасибо тем, которые обращают внимание на детей, на беженцев. Это очень большая радость для них, потому что они в основном, знаете, когда не дома, так это им трудно. Вот эта радость большая, когда их приглашают. Они не знали языка, для них это все было дико. Сейчас они знают язык. Они видят наши улыбки, наши добрые отношения, они оттаивают. Они приехали, они боялись всего, улыбок на лице не было. Сейчас они улыбаются, видят, что им здесь не угрожает опасности, и у нас все хорошо. Запрашэнне на навагодні ранішнік атрымае кожны з дзяцей, чые бацькі прыехалі ў Беларусь з небяспечных тэрыторый. Дарэчы, тым, хто не зможа атрымаць цукеркі асабіста ад Дзеда Мароза, падарункі абавязкова перададуць. Ганна Кавалёва, Вікторыя Шумак, Ігар Марышчанка, Тэлерадыёкампанія Гомель.